Вот обзор нашего огорода. Только траву не показывай. Морковка. Морковка. Морковка еще. Еще нет. Свекла. Свекла. Уже свеклу. Покажи, мама, свеклу. Вот, уже будем салатик делать. М? Ага, хорошо. Две? Еще? Две. Что-то все мне по две. А, три. Ну, хоть три дай. Опять? Нет? Почему? Ее раз и съем. Ну и съешь. Ну как подрастает? Съешь еще. Ну посмотри, что у меня там где. Так, это у нас свекла. Это у нас сладкий перец. Помидоры подвязали вот так. О, уже помидорки какие вон висят. Какие помидорки. Так подвязали. Вот так подвязали. Так, так, вот так. Скоро уже помидоры начнут краснеть. Так, это капуста, она посыпанная. Посыпанная от вредителей. Чем она посыпана капустой? Ой, капуста чем посыпана? Чем капустой? Золой? Древесной золой. А, древесной золой. От этих. А, нет, это огурцы. Вон, сохнут листья у огурцов. Это чтобы не сохли? Нет, это чтобы тлели. Оттли древесной золой огурцы посыпали. Понятно. Так, это у нас еще помидоры. Другой сорт. Эти еще не посанковали. Так, ну вот так вот. Такой огородик. Все, всем спасибо. Пока-пока. А это, дорогие друзья, вот так вот цветет, растет цикорий. Цикорий, который перерабатывается и как кофе, с кофеином очень полезно. Такие красивые цветочки. Цикорий. Вот. Видите, как он растет. Вот. Это пижма. Пижма. Лечебное растение. Цикорий.